17, 18, 19 сентября все три дня голосования. Информация о происходящем на участках будет стекаться в единый информационный центр. Там будет транслироваться видео со всех избирательных участков. Видеостена из 8 мониторов позволит контролировать ход голосования. Доступ к видео с камер наблюдения получат кандидаты и представители партии. На 350 избирательных участках республики с численностью свыше 1000 избирателей видеонаблюдение будет потоковым в режиме онлайн. На остальных в режиме записи, которую можно пересмотреть. Когда пытаются говорить о том, что это создаст, снизит возможность доступности наблюдения, это неверно, потому что все представители партии и все представители кандидатов, депутаты получат специальные пароли, то есть они могут наблюдать в том же самом режиме онлайн. Кроме представителей кандидатов и партий, смотреть видео с избирательных участков могут общественные наблюдатели, стать которыми может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку через сайт Общественной палаты Чувашии. В ближайшее время там планируют провести обучение.